Всем добрый день суток. Давайте я вам чуть дам вкусняшек. Закрывай дом. Поедет со мной Злата и Каюр. Надо вам еще в запас купить пакет, чтобы был на всякий случай. А так я приеду, кашу вам дам. Чтобы вы не скучали, да. Дам вам вкусняшки. Нет, Бел, ты дома сегодня. Бел, иди. Ты меня сопровождаешь, кукушка? Бел, Бел, иди. Я знаю, ты любитель всех вкусняшек. Не живешь ты хвостом, блядь. Чуть-чуть погрызи. Я много давать не буду. Вот. Все, мешок заканчивается. Это еще, как я в Карелию покупал. Вот, иди, чес. Чеза. Давай, давай, то сейчас там испортишь всю вечерку. Вот, сверху. Я тебе много давать не буду. Солнышко еще, ну, садится, но еще не до конца село. Я думаю, что я на разведку успею, потому что ко мне друзья должны уже приехать. Я сказал, что, ну, более-менее уже что-то летает. Поэтому попросили, я сегодня опять еду. Хотя дел полно, можно было остаться дома, но надо ехать. И вот поехал. Нужно посмотреть, что какое, какое солнце круглое. Ой, какое круглое солнце красное. Вот эта лампочка горит. Ой, ну уже, мне кажется, будет чувствоваться холодное будет тепло. Особо такого. Все-таки зима впереди. Сейчас посмотрим. Ладно, Златка, Каюр со мной. Пусть побегают, чуть-чуть походят эти. Я даже болотные сапоги не одевал, не поверите. Теплые носки не одевал. Ничего не одевал. На голые носки, на голые ноги одел простые носки. То есть я их и не снимал, я был в них. То есть я туфли снял, короче, я запутался. Короче, я был в простых носках. Теплые носки я не стал одевать, одел простые вот теплые эти зимние сапоги. Их надо тоже уже выкинуть, они все дырявые. Выкидывать и это, и как бы одел, и все. Вот приеду, буду постирушку устрою, потому что мне надо перестирать. А так этот, собаки есть, у меня Златый Каюр, достану все, что хочешь, я надеюсь на это. Фонарик я взял, все взял. Вон какая лампочка. О, солнышко горит. Ну вот, мы успеваем. О, грязюка, я только машину намыл, господи. Ну ладно, потихонечку, помаленечку. Ой, грязюка, грязюка. Еще там два спуститься, подняться. На лодке один, второй. Нет, один. Одного вижу на лодке, плавает. А там кусты. Утка перемещается вдоль по низам. Угу. Я хоть ружье-то взял? Да, взял. Это могу приехать без чего-то одного. Либо патрон, либо ружье. Было такое пару раз за всю жизнь. Ну, в ППХ собираюсь. Блин, без патрона приехал. Ёкарно бывает, что-то не хватает. А что не хватает? А где ружье-то? Дома. Нормально. Ну ладно, говорю, охотитесь. Я так с вами за компанию постою, послушаю, посмотрю. И такое бывает, да. Было, было. Старость, не радость, склероз. А в 20-23 года вообще голова думает только о чем? О девчонках. Жениться вам надо, барин, да? Ой, хорошо. Ой. Стайка уток взлетела опять. Мне кажется, как я подъезжаю, 4-5 штук идут. Ну, такие небольшие, но не кряква. Ну, я здесь буду стоять, потому что пролет идет. Если они полетят, они даже возле машины будут лететь. Морды. Не скулить. Каюр, ты что-то постоянно нервничаешь? Каюр. Сейчас я его в мошенники одену и выпущу. Сейчас я...
один ошейник. Видите, я златоудские ножи примудрился. Очень удобно. Увидел у родственника, у друзей. Ух, нифига себе крякает. А еще? Ну-ка, мы сейчас ответим ей. Ладно, мы заводим новую машинку, ну, то есть новую охоту. Сейчас обнулим все. Так, одену все, нашел точно. Везде ход. Так, я сейчас сделаю это, обнулю все, и, а то это старое, вот сброс, сбрось последнюю поездку, да, использование памяти, 11, да, так, назад. Удали все маршрутные точки, да. Так, ставим вездеход. Почему он постоянно иногда вот рисует вот этот путь напрямую, какую-то линию напрямки, я не знаю. Пока не обнулишься до конца, там то все. Да, этот. Это что? Так. Что-то сбросишь, что? Что-то ничего не реагирует. Наверное, все сбросил. Так, ну что, ну, псов не могу выпустить, собак. Все зависло. Перезапустим. Вообще не реагирует ни на что. О, Господи. Во, отключился. Во, сейчас дощелкаюсь. Так, ну вроде батарейки заодно поменял. О, обнулил все. Вездеход стоит. Так. Показать статус собак. А как же? Скрыть статус собак не надо. Все, сидят все. Пойду одевать и выпущу их. Утки крякают в камышах. Так, морды. Утки крякают, да? Полетели. Пусть летят. Орёт, как сумасшедший. Чума какая-то сидит. Буду с ней переговариваться тогда. Есть с кем поговорить сейчас вечером. А то кикиморы, одни кикиморы. Вот и криковая. Хулиганка. День сидит. Она-то меня видит, не бойся. Спрячься сейчас. Так, мы и почесали, да? Каюр один вернулся. Утки кричат, как сумасшедший каюр. Че, Чеза там, да? Где-то гуляет.
Ой, Чеза, говорю, Злата. Злата 400 метров. Ну, шурует на той стороне болото. Все, я выключаю подсветку. Сейчас мы бесшумно закроем. Утка орет вообще там друг другом. Ну, хоть утку послушаем. Машина на мол, вроде еще пока чистая. Опа. На тихом закрою, на заводском замке сигнализации. Сейчас все будет подниматься. Может, не будет. Каёрчик топчет. Не пошел. До середины дошел, потом назад. Искать, каёр, искать. Шо морда? Завтра нас ждут великие дела тоже. Все в попыхах. Я говорю, даже не одетые в зимние, а не в болотные сапоги. Поэтому я по воде пойти не могу. Вообще костюм надо. И вот ходить, бродить, как раньше бродили. Из подъема добывать. Притихли, койотчик по воде прошуршал. Притихли утятки. Так неплохо. Послушал, я был возле машины. Так вот они неплохо поорали-то с друг другом здесь, по камышам. Чего ты, каёр? Златуха лазит одна. Не хочешь мочить шубку? Ты мокрый уже все равно. Почесал. Злата на той стороне. Вон она шурует. Видите? А метров 500 практически. Каёр был у меня, он сейчас Злату нагоняет. Пошел к ней. Движуха какая-то есть, луна красная встала, большая. Давайте привет лунатикам. О, начинает орать. Привет лунатикам передадим. Тут зум хороший. Покажитесь, лед будет или не будет лед. Лед, тает лед. О, кричит. На подъеме. Отвлекается. Отвлекается. Я говорю, сегодня разговорный должен быть вечер.
крякает. Вот вы со мной по болотам шастаете, да? Я вам показываю. Блин. Я просто есть большие ролики. Я их берегу на выходные. Чтобы посидеть, народ собрался. Там и час, и 57 минут. И прогулки. И Каюр где лает со Златой. И Злата где. Короче, везде. Роликов не знаю. Роликов 8 или 9. Я снимаю, показываю. Опережаю события. Снимаю, показывать некогда. Пересмотрим. Наверное, скоро осень будем смотреть. Зимой, когда... Кошмар. Хочется сразу и поснимать, и показать. Вот это вот видео, наверное, в первую очередь пущу. А потом уже выходные будем часовые смотреть. Пятницу, субботу. Заготавливаем чай, починюшки. И это... В воскресенье, выходные, будем смотреть. Три ролика точно выходные я большие запущу. Посмотрю, что у меня там есть. У меня там все в папке лежит, в документах. Поэтому... Так, Архаровцы мои где? И куда это их повела? Не, возвращаются. Больше 500 метров не уходит. Вон кабан хрюкает. Вон она красная встает. Привет лунатикам. Слышали, как утка крякает? Она со мной переговаривается. Она летит. А это не она. Какая-то птичка летит. Сорок свой. Сорок что? Сорок. Ну поговори со мной. О. Разговаривай со мной. Сороки, наверное, там собаки бегают. Сороки поднимаются. Точно, на углу. Вон он там. Вот как вот этот черный кустарник идет. И вот если на него прямо смотреть, он дальние березы. Собаки там. С той стороны ручья. Крякают утки. Одиночными. Вон они взлетают. Взлетела, села. Взлетела, села. За этими белыми камышами. Видел. Сороки разволновались. Криковые, тяжелые, жирненькие сейчас. Злат и Каюр возвращаются. Вон они бегут. 140 метров. Со мной переговаривает все. Летят, летят, летят. В машине. Я ко мне сразу. Знаешь, что я здесь. Манок слышит. Пришли. Уф-уф-уф. Вот для лайки охота разная. Вверх, копытные, болото, утка, да? И все она знает, все она понимает. А как развит компас и все остальное в собаке? Вообще шикарно.
Голова, не голова, а дом советов. Утка сидела, летела, как они заорали все, как начали садку давать. Прям низко к ним, туда, в кусты, в камыши, что-то с чем-то. Угу. С вами-то кто сюда прилетит, когда вы тут дурдом не устраиваете? Ну, в угол туда прям садится, прям хорошо. И как только летит на подходе, они садку дают, якобы разрешают посадку. К нам, к нам, к нам, к нам. Падай, 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 падай. Тут спокойно, спокойно, спокойно. И они, ай, вон, слышите? Ай-яй-яй-яй-яй, кипишуй. Давай собираться, братва, за стол все вместе. Давайте скоро улетать. Да, я это видео выпущу вперед, чтобы ребята посмотрели, что утка есть, так далее, движуха, орут. Ну, с вами мальчуганами мы здесь ничего не настоим, потому что вы очень шумные и болтых-болтых, и видно вас как непонятно за сколько верст. Сейчас садка была, одна опять утка летела, осаживает, к себе вставят, берут. Искать, 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 Злата, искать. Иди, ищи. Да не ко мне иди, господи. Правильно, правильно, туда иди. А никого нету. Сладку вижу. Человек. Дядя. Я думаю, что там за подписком его? Это человек, наверное, ходит с собакой. Везде крякает, там. Но она может крякать, а может не летать. Вообще, по идее, перед улетом они каждую вот вечерка, утренняя, они проверяют крыло. Ну, как бы, тренируются, проверяют, насколько они сильные. Что проверили человека с ружьем и собакой? Вот. И они проверяют себя, насколько они сильны, насколько это. Но сейчас здесь все, когда замерзнет, они уйдут на середку вот этого большого пруда. Будут там, потом, когда вообще все замерзнет, они пойдут по речкам, пойдут на водохранилище, а потом уже, когда совсем, ну, придется им выдвигаться в теплые края. Местный останется, будет по реке плавать у нас на парковой зоне, в черте города и так далее, по реке, по речке, где парк сделан. Зараза. Вот, и вот так вот. Две мои подружения собаки, которые, если на утку будут стоять, они будут всегда рядом со мной. Ну, утка орёт, перекликается с друг другом. Это вообще, это что-то с чем-то. Она может поорать, но ничего делать не будет. Чисто будет бе-бе-бе-бе-бе-бе базар вести. Будет лениться, либо смотри, какое давление, я же не знаю, не слежу за этим. Давление, перепад температуры, они, на нее, на утку тоже все влияет. Но сейчас очень тихо, ветра практически нету,
Вот. Вообще надо шепотом уже говорить. Примолчал вот чуток. Так, покрикивает вдалека где-то. Здесь мои две кукушки орали, что-то перестали. Прошли первые выстрелы. Здесь рядом вот этот мужичок стрелял два раза. Я видел 4 или 5 черков. Не знаю, ну далековато, но видно кучку. Нисколько это не наше. Наши на подходе. Правильно, иди к Злате. Черок взбудоражил всех собак. Как он тут меня не шиб только. Жу-жу. Между кустами, жу, над водой. Все сразу в воду. За ним как бы. А его... Вообще, чуть с ума не сошли. Что он взбудоражил всех тут. Меня сзади, прям затылок, с левого уха как залетел. Прям здесь, жу-жу, взлет, сел, Злат его поднимает, он жу, опять пошел. Сумасшедший, в жопу ужаленный, как всегда, черок есть черок. Небольшенький такой. Их тоже разновидность большая, и смотрит, сладко наблюдает. Что-то рванули в лес. Чули, как рванули. Полетели. Пока тихо. Тишина и покой. Никто больше не стреляет. Вот было 4 выстрела. 2 здесь, 2 далеко. Все, больше нет ничего. Утки открякались, молчат. Но вы знаете, как-то холодновато очень. В лес сразу. И ай, пошли. Все, и пошел километраж. Это значит, это уже зверь. Вот и они. Сколько метров уже? Недалеко. 370. Вот орет, пищит. Заливается. Зверя свой лай. Ну, лосят она по-другому работает. Уже, блин, 500 метров. Это лось, скорее всего. Ну, слышу я еще. Шурует. 600 метров. Все, это лось или кабан. Все, списком пошли. Вот так они на кабана. Вот когда я притравливал, знаком списком с таким был, Злат. Скорее всего, может быть, сикач. Лишь бы целые пришли. Ай. Ждем. Вот они фигачут. Пересекли лесную дорогу. Слышу писк до сих пор, кто-то пищит. Я-то вот он. А они вон, они куда ушли. Кого не подцепили. Блин, на трассу идут. Он же может трассу перейти. Ёкарный бабай. Все, пойду к машине.
мясо. Но я слышу собаку. Вот, смотрите, он круг сделал и обратно идет. Он их крушит. Кабан, наверное. Во, зло. И что они теперь кругами будут ходить, что не пойму. И куда вы пойдете-то? Так, ладно, пойду к машине. Лёта не было. Парать порали, лёта не было. Собаки 600 метров, 900 метров. Я надеюсь, они на трассу не выйдут. Нет, они кружат их, видите? Я надеюсь, сейчас приду. Пойдемте к машине. Блин, у меня как не все, не слава богу. Перезаряжусь заодно. Златка набирает самую силу. 3 года. Ей скоро. Ну, грубо говоря, 3 года. Посмотрите, как она раскрываться начинает. Западник. На всякий случай перезаряжусь. Буду ждать, смотреть, наблюдать в навигатор. Надеюсь, что они бросят и придут целые. Невредимые. Дай бог. Лишь бы целые пришли. Так, вроде бросили. Посмотрите, как он. Да. И да, сейчас придут. Посмотрите, как он их водил. Сколько они уработали. Видите, как вот. Он шел сюда на водоем. Все, сейчас буду здесь. Сколько метров. Молодцы. 183. Умнички. Ой-ой. Все, они сейчас будут. Пойду открывать им. Все, сейчас придут. Откуда они придут? Вот отсюда, откуда-то с леса придут. Вот. 70 метров, молодцы. Глаз не вижу. Слышу. Вот, мало отца. Это, ну, судя по визгу, это кабан. Вон, вижу глаза, это кабан был. С визгом, это Злата так кабана аж визжит. От счастья. Идите ко мне, молодцы. Идите, я вас посмотрю, проверю. Ай, молодца. Садись. Целая вроде. Каюр, иди садись, иди место. Иди садись. Злат, иди садись. Каюр, иди ко мне. Иди садись. Каюр, иди садись. Каюр. Твой голос слышал. Да, я смотрю, у вас целые. Молодцы, отработали на ура. Ну, лось бы вас скинул бы, а кабан вас водил. Повреждений нет? Повреждений нет. Злата 6. Каюр почти 8. Молодцы. Васька, да? Васька. Вот он шел, вы его причули. И меня бросили. Ага. Каюрбан, вот тебе физкультура. Сезон охоты. Иди ко мне. Каюр, поди ко мне. Каюр, поди ко мне, я сниму. Поди ко мне. Не вредничай, потом ляжешь. Все, молодцы, кабана погоняли. Умнички. Все, навигатор я выключил. Все, отдыхайте. Окошки откроем. Что вы сейчас здесь надышите? Молодцы, кабанчик есть. Ну вот, нагуляли кабана.
Все, ладненько, увидимся на каналах. Поедем мы до дома Духаты. Всех был рад видеть. Всем пока-пока. Морда! Ты моя красоточка. В самую силу входишь.